деле тоже очень симпатичные. Я должен признаться, что я много лет не понимал, до чего это хорошо. То есть, ребята, такая вещь, вот когда я был школьником вашего возраста, то я видел эту задачу в книжке, одна из первых книг по математике, которую я читал, «Лемон. Сборник задач московских математических олимпиад». Это самое-самое первое издание, очень симпатичное. Я его люблю за то, что там много страниц посвящено рассказу о том, какой я хороший. Предисловие очень длинное, и вот просто как поэма написано о том, что такое малый мехмат, какие хорошие школьники туда ходят, какие они все умные, какие там замечательные преподаватели. Правда, это написано о там, занятиях 30-х, 40-х, 50-х годов. Вот. Но в конце концов, ну понятно, что там за эти 80 лет ничего не изменилось. Вот. И, в общем, можно перечитывать и, в общем, да, радоваться, какие мы все хорошие. Вот такая, там есть начальный кусочек, так называемые подготовительные задачи. И среди этих подготовительных задач есть задача о свойствах целых чисел. Я решил, что называется, ничего особенного, ну, задача и задача, что называется, доказал факт, вот ничего особенного не видел. А вот сейчас вдруг выяснилось, до чего на самом деле она звучит. Я ее буду рассказывать так, как рассказывает Кнут, а не так, как было в сборнике московских олимпиад. Дело в том, что Кнут это хорошо рассказывает.